На брата Хабиба Нурмагомедова, Бибиба Нурмагомедова, напали 14 русских скинхедов. Но они прогадали, ведь Бибиб Нурмагомедов 88-кратный олимпийский чемпион по борьбе гачи-мучи. Бибиб легко расправился со скинхедами, и те позорно бежали. Очередная победа великого дагестанского народа над фашизмом. Редакция «Панорамы» выступает только за дружбу народов и не приемлет национализм ни в каком виде. Даги лучшие, все остальные будут под нами, смиритесь.